Закрыто. Ё-моё, я так испугался, блин, да зачем так пугать, у меня мурашки по телу. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, как всегда, отличное настроение, Сережка, поздоровайся. Приветики, омлетики. Давно у нас не было хоррор, поэтому, если пьете, кушайте, приятного аппетита. Карта называется Horror Explorer. Поехали. Ну все, мы готовы. Где лифт? О, смотри, о, прикольно сделано. Люди даже здесь стоят. Привет. А, они нас дальше не пускают. Ну, типа, у них тут это тусовка какая-то, вечеринка. Ну, не будем мешать. А, вот будет лифт. Давай. Поехали. Ребята, не забываем ставить лайки и подписываться на канал. Ролики выходят каждый день. И снимаем то, что вы любите. Кстати, давно не было хоррора, поэтому все-таки надо уже записывать. Все заждались, и карта новая. Мы ее не записывали ни разу. Вы прибываете в место. О, что это за звук? Это мы пьяные по сетке идем. Давайте исследовать. О. О, прикольненько. Придавать, короче, осмотримся. Старый заброшенный дом какой-то, Дима. Так, разрушенный, отлично. Это завод, видимо, какой-то. Че, нельзя пройти в дырку? Не знаю, давай будем изучать. Я люблю такие всякие разные карты. Заметь, Дима, бегать нельзя. Да. Оп. Супер Марио! Ой, нифига себе, ты меня перепрыгнул. А, мы сквозь друг друга проходим, такой режим. Да. Так, да, заедает. Мешает там что-то. Подожди, подожди, а куда дальше? Так, значит, надо спрыгивать. Погоди, а внизу что-то не? А тут смотри, Дима, что-то есть тоже. Канистра какая-то. Бери канистру. А тут так, что? Так, здесь ничего. Можно до этой двери канистру взорвать. Ну-ка я попробую туда запрыгнуть отсюда. Опа. Может, заправить надо этой канистры генератор какой-то? Возможно, возможно. Ну-ка. А тут свет загорится. Так, не этот, нет. Нет, мне кажется, не в этом дело, Дима. Да? Мне кажется, нам надо туда дальше идти, да. Так ты обратно вернулся. Так, а туда нельзя спрыгнуть, меня вытолкнула невидимая стена. А, туда ты имеешь в виду в дверь идти? Да, да. Так да. Она же закрыта. Нет, там же дырка была еще одна. Так, через ладно, идем. Я тебя жду, Дим. Иду, иду, иду. Паник. А, точно, я что-то понял, думал, что сюда нельзя. Ну, я видишь. Тоже поначалу думал, но тут это можно, оказывается. Профи, по хоррорам. Обращайтесь, и надо запороть карту. Ха-ха, я смогу это сделать. Что-то пикнуло, слышал? Не. Как будто бомба какая-то или что-то такое. Так. Почему это хоррор? Тут что-то будет? А, все, я понял, на бошку падают плиты, это уже стрёмно. Кто-то звук слышал. Старое заброшенное здание. Так, тут, наверное, надо что нам? А, вот с этой стороны мы были, да, не могли пройти, да. Пошли наверх. А вот тут дверь закрыта. Так, подожди, это можно разломать? Ногой можно ломать, мне это нравится. Проверяем все калитки. Вот тут, по-любому, откроется, ну да. Так, а ну что написано? Может быть, это... Не оставайся во тьме. А ну-ка, ногой. По колоколу. Тут нифига. А тут что написано? Может и не стоит. Maybe not. Колокол, короче, надо ударить или что-то. Надо, знаешь, что-то, видимо, найти, чтобы ударить. Может, кувалду? Так, ну пошли искать. Интересно там начинается. Еще вверх, там еще вверх можно пройти, по идее. О, и Дима, тут тоже можно пройти. Значит, нам сюда. Чпоник. Тут ключ какой-то нарисован. И две двери. Ну-ка, опа. Закрыто. Ё-моё, я так испугался, блин, да зачем так пугать, у меня мурашки по телу. Специально выдержали такую паузу, что ты ходишь на расслабоне, изучаешь все. И там такой черт, короче, по полу полз быстро и убил меня. Ну, вроде бы как убил, но вот куда-то я еду. Куда мы едем? Не знаю. Так, может, это FNAF 3 лифт? Ниже.
Так, вот тут, наверное, Серега нам. По-любому, вот это все разрушено, поломано, это нам сюда. Нет, еще ниже. Эй, тут нарисован череп, и там жопа. Может сюда? О, точно, точно, сюда. Добро пожаловать. Черный этаж, где нет света, только нам сюда, по-другому никак. Открылась. Серега, фонарик. Офигенная карта. Давай вызовем другой лифт и свалим отсюда. А, не, давай, короче, пойдем сразу налево сюда изучать. О, там что-то было. Эй. Да. Ребята, если вы увидели что-то в дверях, напишите в комментариях. Мне показалось, что там кто-то был реально. О, вот ключ-то. Лифт уехал. Ключ нарисован здесь надо. Вот, ищем ключ. Лифт Дима, уехал, лифт, да? Он нас сбросил. В этом и есть смысл. Так еще ниже можно? Нифига себе. Ну а что, в воду надо идти? А давай подожди сюда. Закрыто. Идем в воду. Смотри, цифры какие-то. Ого, описано все. Это место не такое, как кажется на первый взгляд. И что страшнее? Люблю приключения. Обожаю такие карты, когда ничего не понятно, но очень интересно. Так, лифт уже все, да? Тю-тю. Welcome. А вот здесь, Дима, ты был? Нет, я все по порядку изучаю. Бесконечная лестница из цепи, как она там называется? Так, кейпад. Паркур, видимо. Дима, тут паркур, смотри. О, твое любимое. Ой. Подожди, я еще не буду прыгать, посмотрю, что еще здесь есть. Какой звук здесь, жужжание. Это трэш. Радиатор. Ну. Охлаждая что-то. А тут выше нельзя подняться, да? Ой, да, упал. И полет не работает, представляешь здесь? Придется так, Дима, проходить. Офигеть. А? Ребята, самое мое любимое. Еще и быстрый бег не работает. Получается, надо рассчитывать без бега, да, все? Да. Хорошо, ребят, ну смотрите. Играет профи. Раз. Так, Сережечка. Есть. Есть. Самое сложное пройдено. Штука какая-то. Так, может нам штука понадобится? Так, что нарисовано? У тебя тоже такой гул есть? Да. Секрет вау какой-то. Секретная стена, Дима. Да? Да, там нарисован рисунок, видишь? Да. Где-то снизу, мне кажется. Так, давай запомним. Секрет, а вот я уже тут. Да? Точно, Серега, молодец. Куда я делаю эту штуку? Куда она делась? Может, ты ее открыл уже? Какой звук был такой? Да. И а что? Она не могла? Блин. Ты думаешь, она исчезла? Не, она вот сразу туда открылась. Ну-ка я проверю сейчас. Вдруг она там отреспаунилась. Давай. Я пока поныряю, посмотрю здесь. Блин, под водой так звук глушится. Очень прикольно сделано. Не, Серега, все правильно ты открыл. Или все-таки она выпала? ХЗ. Так, ТС. Так, давай еще понажимаем здесь. О, прошел гул. Вот она, смотри, Дима, вот она. Я ее нашел. А где она была? Там же. О! Дверь должна открыться. Что-то поломалось. Сверху может дверь. О, ты думаешь? Подожди. Опа. Да, там что-то защелкало. Ну идем туда. Так, да, вроде бы так. Так, Сережечка. Кажется, карта своей атмосферой что-то меня пугает. Нет? Погоди, нет. Может надо пароль, видимо, ввести. Ты думаешь? Угу. Да, давай. Вот один, два. А тут смотри. Тут, блин, трудно понять, что-то мне. А как мы узнаем пароль? Сейчас что-нибудь придумаем. О, Серега, дверь открылась. Я же профессиональный открывальщик дверей. О, тут топлива много и кнопка есть. Нажимай. Вот этот звук пошел от чего-то.
Так, и что с этим топливом делать, мне интересно. Теперь эй, у нас открыто, Дима. Я открыл ее. Так, что водить? Погоди. 2, 4. Не, тихо. Води 7. Так. 2. Так. 4. Так. 8. Так. 6. Сработало. Сработало? Да, Ацис. И опять идет отчет времени. Их так, да? Я могу. Ой, могу шкафчик ударить. Давайте проверим, тут ничего нет. Погоди-ка, Дим. Это вторая. Это второй, да? А ну-ка, да. А там точно такая же была кнопка, да, получается? Да, я ее нажимал, она тикала так же сама. Ой, а, я выбраться могу? Надо, мне кажется, одновременно. А что тут написано на стене? Ты должен. Ascend from darkness. Ты должен это. Опасаться темноты. Тьмы. А подожди, эту решетку можно удалить? Дима, мне кажется, знаешь, мне кажется, надо одновременно нажать вот эти две кнопки. Да? А как мне выбраться теперь? А там лестница есть такая незаметная, ближе к стенке вот. Нашел? Не. А во, вижу, есть, да. Короче, беги к той кнопке, я уже у другой кнопки. Сейчас всё, одновременно иду. Нажмем. А, это как раз то время, когда надо нажать их вместе. Поэтому написано, что надо играть вдвоем. Все, я возле кнопки, когда нажимать? Готов? Да. Раз, два, три. Да ладно, открыли. Серега, как дверь. Ты догадался? А там было написано на стене две кнопки. Я понял, что все-таки две кнопки надо активировать. Так, и что получается? Мы какую-то дверь открыли. Так, ну тут мы, ладно, везде были, все понятно. Погоди-ка, а вот эта дверь? Уже эту дверь надо открыть. Нет, это закрыто. Нет. Дима, вот здесь буква A. Так, бегу. Вот эта дверь, походу. Опа. О, прикольно, кстати, да, вот. О! Смотри. Исчез. Ну, прикольный челепиздрик. Это тот, который ко мне лез, это он же. Так, тут надо ломать ногами все. Убийца. А, надо попадать им для начала. Хорош. Ну, псих, убийца же. Убийца ящиков. А тут надо вентиль. Да, так, вентиль что написано? Надо. Я вентиль, Дима, активировал какой-то, смотри. Так, например, тут. О, тут двери открытые. Ой, я воду слил. Дима, я воду слил. Прыгай. Куда? В воду? Или наоборот, ой. Я ее поднял. Ой, я умер. Так, ладно, я возле это тебя же это закончил здесь. Идемте сюда. Погоди-ка, я не пойму, я воду что, откачал или что? Ну-ка. Нет. А зачем этот вентиль? Ну-ка, я там не почитал, да, что-то? Да-да-да, что-то оно означает. Тут видишь, каждое слово что-то значит. Надо читать подсказки. Это место... Не такое. А, ну это то же самое. Да. Так, может мне в воду надо? Может. О, Дима, воду. Тут проход, лестница. Вот тут, под водой. Давай, поднимайся. О. Отлично. Прикольно, Серега. Так, здесь у нас компьютеры. Очень много компьютеров. Ящик уже с Майнкрафта. Ты чё там? О, бутылки по мне кидаются. Вы чё, дураки, что ли? Так, Серега, будь внимателен. Понял. Так, симулятор дверей продолжается. Двери без ручек нет смысла даже, мне кажется, трогать. А я всё жму. О, Дима, тут проход какой-то. Не, нельзя туда. А, дверь закрой. А, ну да. Умно. Прикольно сделал челепиздрик. Ого, ты убийца. Что за звук?
Мне не нравится. Давай, Дима, по трубам. Это какой-то Супер Марио начинается. Ну так, прикольно сделано. Прям надо пройти здесь, все, вот он замудрил, так все сделал. А, выше надо. А, не. Не, Дима, сюда. Понял. Не на ту трубу. Ну я ж драхит, ты же... Ты же не сдал? Нет. А чё, а куда? Лестница наверх. А, да. Я, Серега, выбираю сюда самый сложный путь. Ты не знал? Вот сюда, кажется, опа. О. Такая своеобразная лестница. Майнкрафта лестница. Та что-то застрял. О, отстрял. Так, сейчас будет скример. Давайте, Сереге, кидайте скример. Там кнопки какие-то. О, опять фонарик выключился. О. Нам жопа, Серега, прощай. Ты был хорошим человеком. End start. Погоди, тут на кнопку не надо нажимать, кажется. Можно нажимать, и она это... Угу, угу. О, открылась. А-а-а. Открылась, Серега. Блин, ну сложная загадка, это жесть. Все так продумано здесь. Еще не конец. Что за карта? И фонарик перестал работать. А, ночной режим у нас есть, ребят. Ну мы же хитрецы. Ой, я нашел что-то. Так, не, оно не открывается, не удаляется, не открывается. Что у нас тут, а тут, а? Тоже нельзя. Открыто. А там, смотри, с другой стороны кнопка есть. О, наверх можно подняться. Так, уго, тут крови. Серега, здесь просто трэш. Дима, мне... Слышь, голоса? Голоса. Берем Дима, мне. Сюда. Так. Кнопка не работает. Нам, видимо, туда. Блин, не попал. О, попал. Так, давайте отключим ночной режим. Ничего не видно. Мы на потолке, Дима. О, точно. Это какое-то закулисье начинается, знаешь? Да-да-да. За карта запутанная. Опа. Потолок это низ. Лучше с ПНВ ходить. Тогда. Так, ну что, Серега, будет поезд? Блин, только сказал. Беги, Дима. Да нема, только звук был. Обманка. Чё, знаешь? Да. Опа. Прыгаем? Паркур. Ну, мы на лифте теперь, отлично, Серега. Вот лифты висят, поломанные. Это поезды. Лифты, блин. Надо падать вниз, Серега. А, лезь, это ж лестница. Нет, это... А, да. Я упал, Дима. Мне каюк. Есть. Сережечка, я прохожу. Давай. Я сейчас догоню тебя. Я далеко, правда, зареспаунился. Ну, давай. Блин, не пройти это. Шо? Так, тоже не туда никак. Выше надо лезть? Тоже никак. А ну, можно удалить? А, даже доски не удаляются. Они удаляются. Отлично. Да, здесь. О, я залазю. Опа. Давай, Сережечка. Это просто ночной кошмар. Я что-то там перевел какую-то надпись и понимаюсь. Опа. А тут паркур, Дима. Да, я понял. Паркур, я уже освоился даже чуть-чуть. Фонарик опять вырубился. Ночной режим офф. Две двери. Налево пройдешь. Грюндюлей найдешь. Направо пойдешь, ничего не найдешь. Что за симулятор дверей? Лабиринт какой-то. Тогда. Пусто. Все темнее и темнее. А тут куча стульев, Дима.
Так, двери не закрываются, это хорошо. О. Пугал. Так. Четыре символа, Дима. Дима, четыре символа тут. Так, дверь не могу отломать. Череп лучше не трогай, мне кажется. Да, лучше череп не трогай, Дима. Четыре символа надо. Пока ничего, надо, видимо, по комнатам что-то искать. Нет, что не надо его трогать? Наоборот, надо его взять. Так. Куда его? Я что-то... Не, Дим, зря ты взял череп. Take me the rooms. Отнеси меня в какую-то комнату. Не стоит, надо было... Это... Да-да, Серега, все правильно я делаю. О, свет включился. Когда его бросаю, выключается свет. Что за бред? Так. Тут какие-то символы, Серега, ну, чтобы ты помог. Что там на стене нарисовано? Два треугольника. О! Смотри, когда беру его в воздухе. А когда только брал. Дай-ка, я, кажись, понял. Так, вот два ниже. Клацали мы, клацали. Ничего не открывается, эта дверь. Давайте просто пролетим, покажем, что там за этой дверью. Когда мы пройдем карту, потому что, ну честно, ну все перепробовали, вот все. Кто проходил эту карту, скажите, вы смогли пройти или нет? Все, и дальше ничего, вот и конец карты. Поэтому, если понравилась эта серия, или вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения, посмотрим ролики, еще.